Добрый день, канал «Ленивая путешественница». Мы с вами находимся в Турции, на променаде, и идем в сторону от города Седе, Кумкой, и идем, вот променад такой, и справа идут хорошие отели. Вот этот отель «Палома Хотель». Вон такой бар там с бутылочками. «Палома» вообще сеть, очень дорогая достаточно. И сейчас январь 23-го года, и покажем вам, что сейчас на улице. Сейчас 20 января, что море здесь спокойное, пляжи широкие, песчаные, народу очень мало. Температура вчера была 18, сегодня 20 градусов, даже 21 будет. Пойдемте пройдемся. Вот «Палома Хотель» Пересе. Это у нас справа остается. Такая красивая. Банановые деревья, пальмы. И здесь слева идет такой там пирс, пляж. Народу мало по сравнению с сезоном. И вот променад, он идет туда. Сейчас пройдем. По дороге встречаются котики. Вот он, активный. Здесь сейчас не работающий рядом с Мерве. Сан-Бич маленький, но хорошо, он на первой линии вот его территории. Здесь справа идет его небольшой пляж. Все гуляют вдоль моря, по променаду. Ну, основной контингент — это немецкие пенсионеры. Здесь же недалеко, вон даже люди купаются. Вода где-то 17-16 градусов. Вот справа там видна отель «Ларисы Бич Клаб Седе». Тоже пляж хороший, вот нехороший здесь. Вот банан цветет. Бананчики. Идем дальше. И здесь начинается большой отель с такой башенкой зефирной. Мы его называем Сиаден Quality Hotel and Spa. Он работает вовсю. То есть часть отеля не работает, почти все. Какие-то работают. Вот люди загорают. Вот это мой бар. Завтрак уже закончился. Сейчас 12 час. Ну, бар начал работать, так что все хорошо. Вот у них такая территория, так скажем, урбанистическая. На любителя. То есть есть такие бунгальные, симпатичные отели. Это вот такой вот огроменный, больше как корабль, и похож на Арабские Эмираты. Вот такой отель. А здесь у них лежаки. Народу достаточно много, если мы посмотрим по... Ну, сейчас не жарко, сейчас самое время для людей в возрасте. Не жарко, хорошо. Никакой агрессии мы не чувствуем. Все на нас смотрят просто. Ну, многие принимают за своих. Вот, знают только официанты, но официанты там служащие, сама любезность. Так, вот здесь уже красивая территория другого отеля. Посмотрите, какие вдоль моря стоят вот такие домики. Предлагают насыпать корм для животных. Кто-то сыпет, но когда мы на Кипре были, там англичане, они вообще обожают кошек, они сыпят всегда. Вот здесь вот отель Grand Cede. И уже другая немножко атмосфера, так очень много зелени. То есть этот отель очень красивый, но он не работает. Кактусы, кошечки кричат. Вот он там 4-5 этажей. И птички. Красивый такой отель. Можете взять его себе на заметку. Ну, сейчас вот такие вот отели большие, бунгального типа, их тяжело содержать, поэтому работают в основном отели, вот такие здания 5-6 этажей, которые там часть консервируется, крыльев в этом здании. Их проще содержать, чем бунгало, там, чтобы подводить тепло.
Здесь вот карта. И заканчивается променад. И потом уже идет пляжный кусок до следующего променада. На этом мы пока закончим видео. Ждите дальше продолжения. Всем пока!